Михаил Григорьевич, я реагирую на то, что вы сказали, я тут несколько вещей записывал. Ну, я внимательно слушал ваше выступление там, и резюме по то, что у вас было на вашем одесском антикоррупционном форуме. Вы сейчас выступаете гораздо мягче. Я не понимаю. Вы сказали, что Кабмин возглавляет коррупцию. Сказали это бездоказательно, ясно, четко, недвусмысленно. Очень доказательно. Давайте я скажу потом. Очень доказательно. Очень доказательно, и буду еще больше доказывать, и буду на общественность. Господин президент, я вас не боюсь, что значит мягко выступать? Да, бандит Мартыненко ваш труп. Вы говорите как в таких случаях? Нет, бандит. Так говорите? Что значит? Этим не скажу. Так со мной еще никто не разговаривал. Я с вами буду так разговаривать. А мне наплевать, как вы будете со мной разговаривать. Вы будете отсюда вон и наплевать вам тогда. Арсен Борисович, я призываю вас к вежливости. В отличие от вас, у меня миллионов и миллиардов нет нигде. Я не для вас выступаю. Нет, я еще раз говорю. За свои миллиарды будете отвечать в другом месте. И у меня я за мои миллиарды еще раз я их искал. Поищите хорошенько. Поищите хорошенько. Все вы будете министр, разговор. Рот закрой, коррумпирован. Михаил. Что? Я прошу вас. О! Вольем! Арсен Борисович, можно без мата? Да, был мат. Так, Арсений Петрович, я вас прошу. Я хочу закончить. Тогда прошу вас по сути пояснить, а не по комментарию выступления. Прошу, Арсений Петрович. Когда мы говорим про целый ряд вещей, которые были сказаны, конечно, приватизация. Конечно, полная приватизация. В том числе и ОПЗ. В том числе и для того, чтобы сейчас максимально вывести на белый свет и немедленно приватизировать весь ОПЗ. Только у меня вопрос. Вы своими действиями, господин Саакашвили, препятствуете приватизации ОПЗ или нет? Я не собираюсь с вами сейчас ничего обсуждать после ваших разговоров. После ваших разговоров я буду с вами только спорить общественно. Я докажу, что вы вор лично. Я докажу, что действительно Кабмин возглавляет коррупцию. Я никогда не позволю. У меня, в отличие от вас, денег нет, но зато у меня есть совесть и репутация. Я не собираюсь, чтобы какой-то Аваков, который проворовавшийся, которого все знают, что работает на схемах сидит, разговаривал с Саакашвили с таким тоном. У меня больше репутации ничего нет. Я не собираюсь, чтобы какой-то проворовавшийся министр, которого вся страна знает, что вор, которого вся страна знает. Я не собираюсь, чтобы я закрываю заседание. Мерзавец, блядь. Тварь последняя. Вот. Да, вот. И так я как-то будешь сидеть, и ведь он, потому что ты украинский министр. Украина станет с тобой, и ты будешь сидеть. Я тоже свою страну довел. Ходи к черту из моей страны. Арсен Борисович. Негодяй. Из твоей страны, я украинец, да. Между прочим. Я украинец, нет, нет, да. Вот. А ты трепло артист. Трепло, вот кто. Артист, блядь, циркаль, сволочь такая. А поставь я... И выбор. Я украинец, трепло. И выбор. Говню, блядь. Меня пригласили в страну, дело делать. А не аферизмом политическим заниматься. Трепло, блядь. Я думаю, вы оскорбляете президента, вы оскорбляете страну, да. Вы оскорбляете парламентарию. Вы оскорбляете народ Украины. Не меня. Вы оскорбили президента народа Украины. И вы будете за это отвечать.